Всем привет! Вы на канале Интересные идеи. С вами я, Ира, и сегодня у меня новое видео. Недавно я закончила вот такой скетчбук. И сегодня я вам хочу показать обзор рисунков в нем. Но перед началом этого видео поддержите меня лайком и подпиской на мой канал. Приятного просмотра! Первые рисунки, которые вы увидите, будут выполнены маркерами Touch, а также дополнительными материалами. Например, как этот цветной карандаш голубого цвета, я им делала фон в этом рисунке. Здесь я использовала сиреневый карандаш. Ну а в этих рисунках будет присутствовать белая гелевая ручка. В этих рисунках будут присутствовать цветные карандаши. Тут даже есть капиллярная ручка. А эти рисунки будут выполнены чисто маркерами Touch. Этот рисунок я рисовала капиллярными ручками. Здесь я использовала акварельные карандаши и белую гуашь для бликов. Тут я использовала только цветные карандаши и белую гелевую ручку. Этот рисунок выполнен масляной пастелью. И последний рисунок я рисовала медовой акварелью. Ну, это был весь обзор, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, а также подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока-пока!